Каждый спортсмен, когда тренируется, обязательно сталкивается с проблемой травматизма, с проблемой износа, с проблемой нежелания заниматься и постоянного стресса. Сам прозанимавшись достаточно долгое время и до сих пор продолжаю заниматься, я видел, насколько коллегам тяжело иногда преодолеть вот этот вот момент, вот этот застой. И для меня частотная терапия и конкретно прибор Девитаритм явились просто открытием. И я, естественно, я хотел поделиться этим с миром. И делясь этим с моим ближайшим окружением, я, получая отзывы, искренние отзывы людей, настолько проникся этим всем, что я хотел бы поделиться этими отзывами вот как раз с вами. И для этого я пригласил своего дорогого друга, моего коллегу Грудева Михаила, мастера русского рукопашного боя, который тоже с недавних пор приобщился к нашему комьюнити, так сказать, и использует прибор Девитаритм уже какое-то время. И вот я хотел бы у тебя, Миш, спросить, ну как оно, как впечатление? Рассказывай. Ну вот я помню, когда ты мне его первый раз показал, и, ну естественно, я как человек, все-таки мне 49 лет, и я прожил такую жизнь, в которой меня заставляли все время сомневаться во многом и всем. Мне, когда ты мне рассказал об этом, я сначала... Сначала-то я у тебя увидел, говорю, и спросил, а что это такое? То есть ты мне даже не навязывал, не говорил, а вот на, посмотри, я посмотри, там ты, может быть, ты купишь. Угу. Как ты сказал? Да, я просто вижу на тебе эту штуку и говорю, а что это такое? Ты мне говоришь, да, это вот просто хочу быть здоровым, крепким, сильным, счастливым и все остальное. Я, конечно, задался себе таким вопросом. Это было год назад. Год назад я все к этому делу присматривался и все такое. Когда ты мне сказал, да хочешь попробовать, ну сам просто попробуй и все. Ты мне одел, включил там какую-то программу, я уже не помню какая это. Я потом уже догадался, что это была программа. И сидя за столом, мы с тобой общаясь, я уже заметил, что я зеваю. И ты, ну, потом я понял, что это была программа, скорее всего, антистресс. Там знаешь какая? Там не антистресс, там активная защита была. Но ну, это не важно. То есть я до этого был возбужден, потому что ехал там в дороге, боялся опоздать, запыхался, приехал, и тут я сижу и начинаю просто зевать. Такое ощущение, как будто в баньке сильно так попарились, и просто после этого хочется спать. Вот. Ну, ты мне сказал, ну, вози там все такое, я носи ее на себе, там все такое. Я пока еду за рулем, я такое прям чувствую, такое, что-то там по мне такое, что-то такое по мне ходит, как токи какие-то. Ну, ладно, это я просто сейчас уже вспоминаю, сколько это было, год назад уже. Ну, вот. Ну, наступило время такое, мой день рождения, 1 мая, мне, значит, подарили эту штуку. Естественно, я сразу давай там колупаться, как в телефоне, как включать ее, там мне это все. И я поставил себе первые вещи, которые у меня, для меня это мои суставы. Потому что все-таки как-никак я занимаюсь тяжелым трудом, у меня несколько там бывает тренировок в день. Вот, а я как играющий тренер, я все вместе со всеми все делаю. Вот, нисколько не меньше, чем молодые парни, с ними борюсь столько же, там, занимаюсь, спаррингуюсь, все то же. И, конечно, на мои суставы это все отражается очень здорово. Вот. И как-то раз дома я, опаздывая на тренировку, вот поставил себе там программу, которая называется «Суставы без боли». Прошло какое-то время, я понимаю, что я опаздываю, мне надо просто добежать до машины. Я выбегаю из дома до машины, бежать прилично, там на автостоянке машина далековато была. Я бегу и больше полпути пробежал, я заметил, что у меня, оказывается, ничего и не болит. Просто я, ну, даже не ожидал этого. Просто спокойно добежал и все, без проблем. Как это было, допустим, 20 там, или 30 лет назад, я бегал и даже не понимал, что может чего-то болеть. И раз, вот такая же вещь. И самое главное, вот этот эффект, он продлился не кратковременно, он там растянулся там, на несколько дней. В общем, суть. Конечно, мне это очень понравилось. А особенно мне понравилась такая тема, когда я у своего близкого друга, вот, я был в гостях, и он меня уговорил с ним выпить хорошего вина, которое там сразу с плантации доставили. Ну и, конечно, я соблазнился на это, и мы вечером там сидели за беседой, и я выпил 2 бокала вина. А для меня это на самом деле очень много, потому что я... Не помню, когда я последний раз, сколько десятилетий я был пьяный назад. Вот, и я выпил 2 бокала вина, и, конечно, я здорово опьянел. А на следующее утро мне было рано было вставать, у меня были серьезные встречи, и все такое, надо чувствовать себя огурцом, по-русски сказано. Да, да. Я поставил себе такую программу, которая называется «Сон
Здоровый сон, по-моему, так. Вот, и лег спать где-то в час ночи, просыпаюсь в 4 ночи и понимаю, что я совершенно не хочу спать, что я выспался, что чувствую себя хорошо, но я единственное не стал вставать и там что-то делать, чтобы просто до 8 часов утра долежал, чтобы никого не разбудить, не топтаться по полу. И это вот такие вещи, которые ну, просто очевидно работают. Очевидно работают. Вот пока вот, вот это могу сказать точно. А что скажешь по поводу уровня энергетики вообще? Насколько? Ну вот я хочу сказать, ну, с моего дня рождения, с 1 мая, я себя чувствую ну буквально лет, может быть, на 15, на 20 моложе, чем я есть. Ну просто хочется рвать и метать, продолжать там что-то делать. Единственное, я сам себя сейчас сдерживаю, потому что у меня впереди очень много серьезных дел, связанных с моим здоровьем. Там вот, вот еду поработать в Ванкувер, поэтому там мне нужно себя чувствовать на полную катушку. Я единственное понимаю, что эта штука меня спасет точно. Да, ну в целом как бы ты оценил? Я просто когда начинал, например, только использовать прибор Ритм, я помню, мне мой дорогой друг и президент компании по совместительству, вот, я ему говорю, слушай, Ром, ну тяжело, но я попробовал все, что только мог, ну ничего не было, да, а мы с ним когда говорили, там, короче, такая была история. Я говорю, Рома, ты чем занимаешься? Вот у меня биорезонанс-терапия. Я говорю, Рома, какая биорезонанс-терапия? Ты о чем? Говорит, дорогой друг, мы можем с тобой вообще об этом даже не говорить. Говорит, можем вообще эти темы не затрагивать. Давай просто тренироваться. Я говорю, давай. И мы с ним затрагивали, мы с ним общались на разные темы, смеялись, угорали. Потом я прихожу, говорю, слушай, что-то мне плохо. Он говорит, да. Я говорю, ну что-то мне говорю, очень плохо. Да, ну бывает. Я говорю, Ром, я такой изношенный, не знаю, как восстанавливаться. Да. Я говорю, ну что, да. Говорю, давай уже я попробую, говорю, что это за магия. Он мне когда включил это все, меня настолько проперло, и я прям... И ближайшие, короче, недели, наверное, две, вот у меня, да, уровень энергии у меня возрос процентов на 75-80. Ну это просто нереальный эффект. Я такого не видел и не пробовал никогда и ни от чего. Ну вот, я потом расскажу, конечно же, мы подробно расскажем о том, как это работает. Мы сейчас готовим фильм как раз по прибору Давита Ритм, который на Мише сейчас висит. Вот. Но тем не менее, то, как меня технологии включили, я никогда ничего подобного вообще не испытывал. Единственное, что нет описательного аппарата для того, чтобы ну, людям помочь это понять. Просто я самому действительно захотел, я нуждался в этих подобных таких вещах. И тут оказывается, вот они, как бы чудеса, они на самом деле... Когда ты наивно мечтаешь о чем-то, это все время сбывается. Это не может не сбыться. Да, точно. Я просто сам еще заметил, что как раз с 1 мая, да, уровень моего настроения, если взять по 10-бальной шкале, он где-то с семерочки-шестерочки, он повысился ближе к девяточке, вот так вот. То есть все это время я чувствую себя более радостным, таким счастливым. Ну, то есть, намного чаще у меня улыбка на лице и все остальное. То есть, и мозг соображает намного быстрее, качественнее. Ну, то есть, я доволен. Ну, то, что самое главное, мне кажется, не знаю, давай обсудим с тобой, согласишься ты со мной или нет. Мне кажется, то, что технологии дают возможность ощутить вкус жизни, которые очень многие, вот живя в мегаполисе, постоянно занимаясь там работой своей, постоянно находясь в стрессе, люди-то утрачивают это все. Ощутить вкус жизни, естественный вкус жизни, это практически невозможно в нынешних условиях. Я могу, знаешь, добавить к этому. Вот, например, я сейчас недавно почитал в интернете, увидел, точнее, такую штуку, что у японцев самый высокий уровень, я имею в виду процент по продолжительности жизни. Там, по-моему, там под 50 тысяч людей, которые уже за 100 лет ну, тем людям. А самое главное, они ну, не парятся о том, что надо. Им что, например, что предлагаются какие-то инновационные какие-то новшества, они все их просто используют и все. И у них уровень долголетия очень высокий, значит, поэтому... Ну, это тоже наша такая история. То, что мы русские все время на все настраиваем, на все подозреваем, да это не сработает там, или еще что-то. Ну да, я понимаю, у нас как бы в России вообще, ну, в постсоветском пространстве мы столько горя нахлебались, мы уже привыкли к тому, что нам тяжело, что мы должны терпеть тяготы и лишения и все остальное. И многие просто не верят в какое-то счастливое будущее или еще что-то. И не верят в нас, да, не верят в себя. Да, такое бывает. Но в Европе, я тебе хочу сказать, в Европе люди в восторге.
более чем в 20 странах мира люди просто в восторге. Я не сомневаюсь в этом вообще ни капли. Я их понимаю лично. Ладно, давай на этой оптимистичной ноте закончим. Спасибо тебе, Мишань. Спасибо тебе, дорогой друг, большое. В будущем мы будем просвещать больше по поводу технологий, мы будем собирать больше отзывов, я буду приглашать своих друзей, наших партнеров, людей, которые пользуются, для того, чтобы показать, насколько на самом деле технологии, насколько то, чем мы занимаемся, это эффективно и нужно. Потому что на сегодняшний день получается так, что информационное пространство, которое существует, оно не отражает действительность. Но, как говорится, если тебе не нравится, сделай по-своему, вот, и дай бог тебя услышат. Спасибо большое за внимание.